Всем привет, друзья! Ну что, в сегодняшнем видео предлагаю продолжить знакомиться с новинками из фикс-прайса, посмотреть, что же новенького появилось в продаже за последнюю неделю. Надеюсь, что эта информация окажется для вас полезной. Какие-то товары приглянутся, ну а если какие-то нет, то, по крайней мере, вы не потратите время на поход в магазин. Ну и по традиции мы с вами начинаем с кухонного отдела. Тут завезли стеклянные кружки объемом 500 мл. Стоят они 79 рублей. И это обычные классические стеклянные кружки с рельефным декором. Кружки от производителя Дулевский фарфор. Вообще этот производитель давно зарекомендовал себя с хорошей стороны. Кружки объемом 350 мл белого цвета, но с орнаментом. Например, есть кружки с веточками оливы и смотрится очень красиво. А также есть более яркие варианты с милыми черешнями на зеленом фоне. А посмотрите, какие интересные наборы формочек для приготовления печенья я нашла. Это формы силуэты зверюшек. Очень классно будет готовить именно с маленькими детьми. К сожалению, ценника на эту новинку пока еще не было, так что в следующий раз обязательно посмотрю. Представлены они в нескольких вариантах расцветок, но при этом сами силуэты животных одни и те же. Повторный завоз детской посуды. Изготовлена посуда из пластика. Состоит из тарелки на 4 отделения, а также вилки и двух ложек. Помните, примерно под Новый год завозили наборы форм для приготовления канапе. Сейчас появилась в продаже новая формочка. Это пластиковая форма с 5 разными насадками. Стоит 83 рубля. Снова появились продажи набора трафаретов для приготовления кофе. Набор состоит из 10 штук, но, к сожалению, в общей массе непонятно, какие именно картинки представлены внутри. Но, естественно, будет сердечко, смайлик, вот такой цветочек. Для того, чтобы появился красивый рисунок, необходимо приготовить кофе с крепкой пенкой. А еще очень много появилось различных сервировочных салфеток. Например, вот такие плетеные салфетки на стол размером 45 на 30 сантиметров. Выглядит очень красиво, но цена 199 рублей. Но при этом намного дешевле, чем в других магазинах. Вот такие обычные салфеточки. Также появились круглые с разными расцветками. Но сейчас попытаюсь поближе вам все показать. Пластиковая щетка с искусственной щетиной для уборки. Мне кажется, с такой щеткой будет удобно чистить под ободком унитаза, да и вообще в труднодоступных местах. И вот такие маленькие пластиковые ёршики. Эти ёршики предназначены для чистки раковин, сантехники, посуды. Очень удобно то, что имеется на основании присоска. За счет этого пригнить, присосав к поверхности, щетку будет очень удобно сушить. Помните, раньше завозили угловые корзины для белья? Вот повторный привоз и в очень классных расцветках. Если раньше это были растительные орнаменты, то сейчас более вот такие геометрические. А красивое сочетание желтого цвета с разными оттенками серого. А также мне понравилась картина в черном, корзина в черно-белом оформлении. Маленькие складные коробки за 149 рублей. Это тканево-картонные коробки размером 24 на 24 сантиметра. А еще посмотрите, сколько в продаже различных настольных ламп. Есть более бюджетные варианты, есть варианты за 299 рублей, есть классические за 249. Ну и, конечно же, большой выбор мышек. Есть мышки как оптические, а также проводные. Наборы из двух металлических крючков, причем эти крючки представлены разной формы. Есть под бронзу, под золото, есть просто под металл, под серебро. Продаются комплектом из двух штук, прикрепляются при помощи двустороннего скотча.
Универсальные коробки для хранения подойдут как для канцелярии, для рукодельных штучек. Можно использовать в качестве коробок под лекарства в качестве аптечки. Цена 249 рублей. Это двойная коробка. Состоит она из контейнера объемом 1 литр и 2 литра. Пластиковая коробка с крышкой за 79 рублей. Но такие контейнеры, коробочки, корзинки мы с вами давно уже привыкли видеть в продаже. И вот был период, когда они пропадали. Но сейчас повторно завезли. Размеры 23 на 16 сантиметров, высота 10 сантиметров. Друзья, помните, в предыдущих видео я все ломала голову, как же вот так продаются ёршики без ручек. И вот, наконец-то, ручки выложили в корзинку. Да, все, комплект на месте. Просто, видно, для удобства транспортировки все это перевозилось по отдельности. Очень классные органайзеры для документов. Стоят они 199 рублей. Тут много различных прозрачных вкладышей под разные форматы документов. Медицинские полисы, свидетельства о рождении, многое другое. Также можно разместить копии других документов. Вещь классная. Есть разные варианты расцветок. Так что каждому члену семьи можно подобрать папку с тем принтом, который ему нравится больше всего. Оригинальная новинка в отделе с товарами для красоты. Это набор аксессуаров для укладки волос. Стоит он 79 рублей. И этот набор поможет создать объемный хвост без начеса и накладных прядей. В комплекте идут увеличитель и 3 прозрачные резинки. Мочалка-варежка идеально подойдет для скрабирования кожи. Вот по поводу этой корзинки, честно говоря, еще толком сказать ничего не могу. Возможно, это будет новая коллекция какая-нибудь летняя. Корзинка называется Браун, плетеная на металлокаркасе. Выглядит стильно. Подобного плана корзинки были популярны в IKEA, когда она у нас работала. Милые спящие котики на подушках представлены тоже в разных, так скажем, породах. Отличаются они также и подушечками, расцветками. Очень мило. Какой-нибудь приятный презент деткам точно можно сделать, потому что я заметила, что дети сейчас любят что-то вот такое маленькое, мягенькое и пушистое. Набор ароматических жидкостей для диффузора. Вообще мы с вами привыкли, что в продаже постоянно бывают диффузоры, а вот отдельно жидкости найти и приобрести очень трудно. И у нас набор с разными вариантами, например, с ароматом ванили, муската и бобов. А это у нас глубокий обволакивающий аромат, а также есть второй вариант с ароматом винограда, и он обладает уже согревающим эффектом и создает уют. Но очень яркая новиночка, которую, когда я заметила на полках, вот прям в этом отделе подзависла. Это наборы ароматических сухоцветов. Тоже подобного плана продавались раньше в IKEA. Эти наборы представлены в разных ароматах, с разными расцветками. Есть фиолетовый набор, ярко-оранжевый, красивый, зеленый. Тут у нас лепесточки, шишечки какие-то, орешки. Цена набора 249 рублей. Я все вот прям рассматривала. Очень интересно, красиво это все смотрится. Как надолго ли хватит аромата, ничего сказать не могу, но вот в магазине сквозь коробочку аромат чувствовался. Но поближе вот хочется повертеть, посмотреть, поразглядывать, потому что очень много всяких интересных штучек. Кстати, появились новые сменные баллоны. Это баллоны для автоматических освежителей воздуха. Бренд Air Pure подходит под старые варианты освежителей. Стоит 149 рублей. В этот раз завезли коллекцию очень сладких ароматов. Они прям реально приторно сладкие. Если любите такие ароматы, то обратите внимание. Мне, к сожалению, не зашло.
Новая линейка чистящих средств для дома за 79 рублей. Это какая-то имитация корейских брендов, но при этом произведено, конечно же, у нас в России. Есть у нас средства для чистки кухни, а также средства для чистки кухонных поверхностей и ванной комнаты. Еще одна довольно интересная новинка, которую хочется разглядывать, это декоративные искусственные растения с подставки деревянной. Изготовлена она из столбиков разной высоты. Тоже непонятно, будет ли это новая коллекция. Возможно, это что-то завезли из прошлых коллекций, но, честно говоря, я не помню, но выглядит довольно мило. Также в продаже большой ассортимент садово-огородных товаров. Это различные подкормки, удобрения, фитоспорины, стимуляторы роста, завязи, корневины, стандартный ассортимент, наборы для выращивания с таблетками, грунт для орхидей, торфяные горшочки, также просто почва, грунт. Все это есть в наличии стандартно, как и каждый год в фикс-прайсе. Единственное, что новое заметила, это набор для выращивания травки для животных. Есть набор для выращивания травы для собак, для кошек, смесь злаков, подробные инструкции, как, что, куда сыпать, через сколько взойдет. Мне кажется, это интересная вещь для того, чтобы дети сами выращивали такую травку и заботились о своих питомцах. Что же новенького среди косметики? Ну, тут заметила только новые скрабы от бренда Synergetic. Да, удивительно, вроде бы до этого бренда у нас никогда не было косметических продуктов. И это два вида скраба, сахарный скраб и натуральный кофейный. И цена для них поставлена 349 рублей. Ну и заканчиваем, друзья, мы с вами вот таким набором леденцов с витаминами. Леденцы на палочках в виде силуэтов головы мишек. Соня пробовала, кто-то ее угощал, говорит, достаточно вкусно. Ну что, друзья, вот подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по новинкам фикс-прайса была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем-совсем скоро.